Казахстан может стать хабом по производству локомотивов. Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках работы казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям встретился с руководителями крупных международных компаний в области железнодорожного машиностроения. Глава французской Alstom Эндрю Ди Леони заявил о поддержке инвестиционной политики Казахстана и подчеркнул, что создаваемые в стране условия для бизнеса способствуют расширению производственных мощностей. В ходе встречи с президентом американской WABTEC Рафаэлем Сантаной были рассмотрены вопросы внедрения зеленых технологий в железнодорожную отрасль. Напомню, компания является долгосрочным инвестиционным партнером нашей страны. В этом году в Астане открылся новый инженерный центр, который работает над производством зеленых локомотивов на альтернативных источниках энергии. За последние 12 месяцев мы продолжили наращивать инвестиции в Казахстане, вложив более 100 миллионов долларов. Одним из этих ключевых проектов является открытие нашего международного инжинирингового центра, который поможет нам не только служить стране и региону, но и выведет Казахстан в число стран-экспортеров по всему миру. Мы считаем, что с ростом контейнерных перевозок с востока на запад, где Казахстан может играть решающую роль в качестве сухопутного моста в Европу, к слову, мы тесно сотрудничаем с КТЖ в разработке локомотивов среднего класса. Страна извлекает выгоду из своего уникального расположения.